Земли! С вами Локки-Бобо! Ребята, сегодня мы поиграем в метель, четвертую часть. И я подробно расскажу и покажу, как помочь Адель сбежать от Маничеллы. Так что досмотри этот видосик до конца. Ну а также можешь поддержать меня и влепить лайкосик. И, конечно же, подписаться на канал, если ты не сделал этого раньше. Давай, подпишись, но не ленись. И для всех, кто любит искать пасхалочки в моих видосиках, в этом видео я спрятал 4 пасхалки в виде лампы. Вот такой. Попробуй их найти. И напиши тайм-код в комментариях. И, возможно, именно твой коммент попадет в следующий видосик. А сейчас хватай вкусняшки. И мы начинаем. Итак, выбираем четвертую главу. Адель. И в этой главе нас ждут прятки в подвале маньяка. Ну что, готовы? Погнали! Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Ага, взрослая она. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала к подруге. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла к подруге. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла к подруге, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Это мы уже поняли. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было. Успокоившись, я сбавила шаг. А это зря. Как вдруг из-за угла старого дома появляется этот мужик и хватает меня. Я не успела закричать, как он закрыл мой рот тряпкой, после чего я резко отключилась. И проснулась уже в старом подвале, не зная, как выбраться. Я заплакала. Не плакай, Адель, мы уже идем и тебя спасем от этого Маничеллы. И первым делом свернем направо, вот сюда. А сейчас открываем двери, кстати, отмычкой, которая у нас уже была. И спускаемся вниз. Тише, тише, не бойся, я пришел тебе на помощь. Где он сейчас? А, он ушел наверх. Отлично, я постараюсь вытащить тебя отсюда. И первым делом нам нужно пошуметь. О, блин, кусается! А сейчас прячемся за дверь. Что там случилось? Давай, иди, иди. Мне нужно срочно где-нибудь спрятаться. Я это уже сделала, Адель. Вот тут отличное место. Попробуй за дверью. Да-да, я именно тут. Другого места спрятаться тут нет. Он идет. Притворись, что ты плачешь. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. А сейчас тихонечко, в приседе, пробираемся за ним. Кстати, если встанем, то он нас заметит. А так, вроде не видит. А? Б! Так. Погоди-ка. Ща-ща, подождем, под столом. Что-то здесь не так. Да ты все посмотри хорошенечко. Ну, вроде все на месте. Конечно, на месте. Мы ж еще тут не лазили. А сейчас именно этим и займемся. И первым делом нужно тут все облазить и найти ключ от двери. Он где-то тут может быть, но нет, тут его нет, так что выходим. Опа! Вот он! Где спрятался? Я его тут еще не видел. Забираем и идем открывать двери. Только капканы аккуратненько обходим. Адель, ну как ты тут? Не бойся, я попробую тебя спасти. И для этого нужно заглянуть сначала в туалет. Нет, не для того, о чем вы сейчас подумали. Заходим и заберем в зеркале осколок. Он нам позже пригодится. А сейчас ищем вантус. Так, тут его нет. Адель, ты вантус случайно не видела? А, не-а. Так, ща мы проверим, а то ты какая-то растерянная. Так, у тебя его точно нигде нет. Может, он в тумбочке? Опа, есть! Забираем и закрываем тумбочку. Так как все нужно оставлять как было. Иначе маньяк поймет, что мы тут, и поймает нас. А вантус, кстати, нам нужен, чтобы воду откачать с тубзалета. О, а тут вентиль. Забираем и пойдем трубу чинить. Ну, а точнее наоборот, ломать. Только вот по дорожке все закрываем. Выключаем обязательно свет, закрываем замок. Все нужно оставить в точности, как было. Эту дверь тоже закрываем, и труба находится в комнате по прямой. Вот тут заходим и сейчас ставим вентиль. Далее откручиваем его. Готово. Забираем вентиль и валим быстро отсюда. Двери закрываем, свет вырубаем. Да ничего не случилось. Окей, спасибо за подсказку, Адель. Блин, пока он придет, нас тут затопит. Вода реально хлещет очень сильно. Давай шевелись. О, наконец-таки идет. Вот же дрянь. Труба лопнула. Да-да, давай быстрее.
быстрее! Иди чини, а то мы сейчас плавать тут будем! Давай, шевелись! А мы приготовились еще! Быстренько! Бежим к ящику, который он открыл! И забираем ключ! А сейчас быстренько возвращаемся назад под стол! Фух! Успели! О, слышу, он починил трубу! Главное, чтобы не заметил, что мы ключ сперли! Но вроде не заметит! Нужно заварить чайку с конфетками! Иди, иди! Конфеток там поточи! Ну и чайку попей! А мы тут попробуем от тебя сбежать! Так, дожидаемся, пока он точно свалит, и вылазим! Сейчас пойдем, откроем комнату маньяка! У нас как раз и ключик есть! Вот эту комнату открываем! Включаем свет и заходим! О, тряпка! Забираем! Она нам пригодится! Далее откидываем одеяло, и тут разрезаем подушку! И забираем еще один ключ! И далее тут забираем чайник! И нам его нужно закипятить! Но для этого нам, конечно же, понадобится вода! И мы отправляемся за ней! Только по дорожке вернем все на место! Кстати, ключ из подушки вот от этой двери! Открываем ее! Готово! Все! Все двери открыты! Быстренько открываем решетку и берем воду! Есть! Закрываем решетку и возвращаемся кипятить чайник! Адель, я, конечно, бы тебе предложил чайку, но с такой водой не буду! А то еще траванемся! Так, сейчас возвращаемся в комнату с плитой! И, кстати, я так понял, что это вроде как спальня маньяка, но очень похоже! Так, ставим чайник на плиту и ждем, когда он закипит! А пока ждем, посмотрим, все ли тут на месте! Так, вроде все! О, чайник начинает закипать! И довольно шумно! Все, хорош кипеть! Ща бешеная прибежит! Быстренько забираем его и выходим! Так, закрываем двери и вырубаем свет! О, слышите, он нас услышал! У нас сейчас осталось 8 секунд, но всего дается 10, чтобы вернуться под стол! Главное закрыть все двери, выключить свет, ну и так далее! Так, все, мы в домике, ждем спсихованного! Погоди-ка, здесь кто-то был? Конечно же нет! Ну, вроде все на месте. Я ж говорил! Так, вали давай отсюда! Нечего тут проверять! А мы сейчас открываем холодос и заливаем немного туда кипяточка. Топим лед и забираем свечку. Далее закрываем холодос и пойдем зажжем свечку. Она нам нужна, чтобы освободить палку от паутины. Конечно, я и так бы мог ее забрать, но не тут-то было. Так просто нельзя. Вот так, все готово. Сейчас пойдем в туп-залет и посмотрим код для сейфа. Да-да, тут еще сейф есть. Заходим и идем к раковине. Далее кладем тряпку в раковину и заливаем кипяточка. И сейчас на зеркале появляется код. Убираем тряпку, чтобы вода сошла. Нас как будто тут и не было. И сейчас гу к столу. Покажу, где сейф спрятан. А сейф находится вот за этим календарем 2013 года. Старовато. Давайте-ка его откроем. И для этого надо ввести код. Нажимаем два раза длинных. Один короткий. Один снова длинный. Два коротких. Один длинный. И еще два коротких. Сейчас жмякаем на кнопку «Открыть». Есть! У нас получилось! И тут у нас лежат фильтры для маски. Пока что они пускай побудут в сейфе. Закрываем и картину вешаем назад. А сейчас мы достанем маску. А для этого нам нужна палка. Ну или швабра, до которой мы, кстати, так и не дошли. Вот это! Берем свечку и жжем паутину. Готово! А сейчас нужно с помощью этой палки достать отмычку. И открыть синий шкафчик. И будет, кстати, шумно. Так что нужно подготовиться спрятаться. Открываем полку, чтобы не искать потом отмычку. И вот тут на потолке с помощью палки выбиваем решетку. Есть, получилось! Забираем отмычку и закрываем полку. Так, двери быстренько тоже закрываем. Возвращаем палку на место. Готово! Закрываем двери и вырубаем свет. В принципе, можно было так и не спешить. Но быстрее побежали под стол. Фух, успели. Надеюсь, мы все сделали и ничего не забыли. Странно, а чего это он молчит? Так, походу, он идет в туп-залет. Главное, чтобы в зеркало не посмотрел, а то еще испугается. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Да-да, но ты не догадаешься. Ну, вроде все на месте. Конечно, на месте. Ну, я ж старался. Все, проверка прошла. Гу, покажу вам код от шкафчика. Кстати, тоже синего. Они тут только синие. Открываем вот эти двери. И становимся так, чтобы увидеть цифру. Ну, как-то так. И тут у нас цифра 9. Сейчас идем к Адель. Там еще одна циферка спрятана. Вот тут, смотрим. И это у нас цифра... Так, сейчас подойдем вот сюда, вот сюда. Короче, тут у нас цифра 4. И нам осталось посмотреть еще одну цифру, которая в спальне маньяка нарисована. Вот тут. А сейчас встанем на углу полок и посмотрим. Так, внимательно, чуть-чуть вот сюда. Короче, тут цифра 5. И сейчас открываем вот этот синий шкафчик с помощью кода, которого мы посмотрели. Итак, вводим 459. Это правильный код. В принципе, можете его запомнить. Забираем рычаг. И сейчас нам нужно открыть еще один синий шкафчик, который находится на входе. Тут все закрываем, выключаем свет и гу к входу, ну или выходу. Вот и он. Открываем его с помощью отмычки. И тут у нас
рукоятка. Отлично. Еще немножко осталось, Адель. Потерпи. Так, сейчас бежим в комнату с лифтом и щитком. Короче, в комнату, там, где палка стоит. И первым делом нам нужно поднять лифт. А для этого нужно установить в щитке правильную комбинацию. Готово! А сейчас ставим ручку вот сюда и поднимаем рычаг. И лифт у нас тоже поднимается. А сейчас ставим рычаг вот тут и ждем маску. Ну же, ну же, поднимайся. Вот она. Забираем и опускаем лифт назад, нажимая рычаг. А сейчас быстренько возвращаемся к переключателям. Нужно поставить их на место. Так, готово. Закрываем щиток. Тут все. Ну же, нам надо пошевеливаться. Закрываем дверь и вырубаем свет. Все, возвращаемся живо под стол. Фух, это было напряжненько. Ну что, ждем с проверялкина. Вроде все на месте. Вот если бы я знал, что ты пойдешь в тубзалье, то я бы так не заморачивался. Да, кстати, ты далеко не уходи. Скоро снова к нам придешь. На этот раз мы тебя позовем. А мы вылазим, забираем спокойненько фильтры, и наша маска готова. Сейчас нужно занести ее, Адель. Вот, держи маску и будь наготове. Одень ее, когда я закрою маньяка у тебя. Все поняла. Хороший план. Так, чтобы позвать маньяка, нам нужно поставить будильник на 8:00. Отлично! А сейчас сами прячемся и ждем, пока он притопает. И готовимся к самому ответственному моменту. Мы должны быть наготове. Блин, ну где же он? У меня сейчас голова лопнет от этого будильника. Ну что, пришло время покончить с этим. Да-да, ты прав. Так, ждем, ждем. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Все, наш выход! Быстро бежим к управлению! Отлично! И закрываем двери! Есть! Получилось! Ах ты, молодец! А сейчас опускаем вот этот красный рычаг и выпускаем какую-то зеленую траву! Молодец, Адель! Ща я тебя выпущу! Давай, подойди к двери! Открываем двери! Давай, выходи! И беги к выходу! А мы должны еще забрать карту от двери! Так, ну где ж ты ее спрятал? Все, карта у нас! Быстро закрываем двери, пока он не очухался полностью! Так, готово! Побежали к двери! Так, открываем двери и гоу наверх. Нужно поторапливаться, а то каким-то образом этот маньячило выберется из клетки. Давай-давай, открываем двери. Так, почти готово, еще сверху. Отлично, открываем двери. Ну все, погнали, Адель. Вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. Ваше время прохождения 10 минут 45 секунд. Ну, вроде бы неплохо. Да-да-да, мы сбежали от маньяка. Вот это было круто. Ребят, а вы как считаете? Напишите в комментах. Кстати, если вы проходили эту игру, то напишите, за сколько вы сбегали от маньячелы. А сейчас время ваших комментариев. Спасибо, мои хорошие, за ваши комменты. И, конечно же, поддержку. Я это очень ценю. А на сегодня это все. Всем пока-пока! До следующего видосика!